Каждый день сектор Газа стреляет по Израилю. Как только Израиль поставляет топливо для больницы, в Газе начинается очередной обстрел на центр страны Израиля. Сейчас покажу вам. Кафе. Дети. Семья. Звук тревоги. Полицейский сидит. Украинцам это очень-очень знакомо. Но чем Израиль хорош, это тем, что у него везде стоит бомба с хобища. Представляете, отвезли топливо в сектор Газа для больницы, и тут же летит ракета. То есть больница работает по-любому, раз ракеты и больницы правильно работают. Зачем вы возите топливо? Чтобы еще одну ракету получить? Быстро. Россия, а вас государство позаботилось? У вас есть бомбосховище? Если нет, то вам пизда.